13 октября в Малом зале родного для них кинотеатра «Искра» собрались сотрудники Видновской дирекции киносети. Поводом послужило награждение юбилейными медалями, выпущенными администрацией городского поселения к 50-летию Видного. Было приятно сегодня поздравить наших коллег из средств массовой информации с 50-летием города Видно и вручить им памятные юбилейные медали. Люди работают у нас неравнодушные в сфере массовой. Там не могут быть люди, которые равнодушно могут относиться к своей профессии. Мы очень рады сотрудничеству с нашей газетой «Видновский весь», с нашим кабельным телевидением. Работают профессиональные люди на этом поприще. По словам Марины Комардиной, администрация города рада тесному сотрудничеству с газетой «Видновский Вести» и телеканалом «Видное ТВ» на протяжении многих лет. Работа телевидения в целом очень изменилась за последнее время. Очень интересные стали видеосюжеты, очень интересная работа сотрудников. Хочется пожелать всему коллективу МАУК ВДК доброго здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой и удачи во всех ваших начинаниях. Одни получили награду за свежие идеи и энергию для будущих достижений, а другие – за многолетний стаж и преданность профессии. Передачу мы делаем в творческом союзе – оператор, монтажер и корреспондент. В этом союзе рождаются наши передачи, и они нравятся людям. В рамках сюжетов, посвященных 20-летию студии «Видное ТВ», мы расскажем более подробно о Людмиле Медведевой и ее авторских передачах «Земляки» и «История родного края» в ближайшем выпуске новостей. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».